тварь тупая. Гори, мразь, гори! Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафта, собственно говоря. В этом выпуске у нас будет механизм. Первый наш механизм, который я придумал сам. Вы помните, да, что я строю эти вонючие, обосранные врата. И постоянно меня доставали всякие мутанты с того мира. И придумал, как сделать ловушку и при этом фармить еще итемы. Давайте мы это реализуем. Попробуем реализовать. Сначала давайте построим портал. Ага, вот таким вот образом построим. Не будем жалеть обсидиан, у нас его очень много. Так, давайте сейчас уберем, лишнее поставил. Я еще этот механизм не строил, но я его продумал, в принципе. Должно сработать. 4. Потом, опа, 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 жопа. Так, у меня зажигалка есть? Зажигалка у меня есть, повезло. Хорошо, мы будем зажигать позже. Теперь, смотрите, нам нужно будет потом закрыть одну сторону. Досок у меня с собой нету, но потом возьмем доски, да? Здесь мы сделаем следующим образом. Нам нужно прокопать вниз. Тихо, тихо, как сильно копает. На 3 блока. Опа. Опа. 3 блока вниз. Прокопать. Так, я вот думаю, как же потом ут-то забирать. Ну, давайте попробуем здесь тогда сделать таким образом. 4 штуки, да? Ага, правильно. 1, 2, 3, 4. В любом случае, теперь делаем так. Нужно взять механизмы тогда. Не механизмы, а воронки взять. Так, давайте все лишнее выложим. Очень много лишнего говна. Теперь нам нужно взять воронки. Воронки, воронки. Где у нас воронки? Так, сейчас, секунду. Воронка. Нужна воронка и песок сыпучий. Так, песок я вроде выложил. Вот он, песок. Воронки. Хорошо. И один сундук нам нужен будет. То есть, куда будет складываться весь лут. Сундук мы можем сами сделать, конечно. Так. А, все, есть сундук. Все хорошо. Сейчас утром, вечером удлинеет. Ну, у меня утром удлинеет. Все удлинело утром у меня. Ну, let's go. Так. Теперь делаем следующим образом. Давайте мы тогда здесь прокопаем, например, вот так. Вот так. Нет, лучше рукой копать, потому что слишком быстро копает. Это мы поменяем на песок. Например, вот так. Нет, надо будет еще одну сделать. А, у нас здесь песок, да. Поэтому мы тогда разбираем и сделаем следующим образом. Угу. Здесь мы поставим сундук. Сначала мы ставим воронки в любом случае. Давайте поставим воронки. Вот они. То есть, а в чем суть воронок? Да, туда падает какой-то лут, например. Их можно разворачивать, они будут передавать другим воронкам или в сундук класть. Поэтому мы ставим воронки таким образом. Да. Вот таким вот образом. То есть мы сначала поставим туда сундук. То есть, видите, еще импровизация. То есть я этот механизм не делал, не готовился. Ставим сундук. То есть по замыслу отсюда мы должны будем брать лут, правильно? Теперь я смотрю на этот сундук и ставлю воронку. Видите, она должна быть повернута к сундуку. Там внизу под воронкой видно палка повернута. Это мы поставим вот сюда вот. Блин, сейчас все обрушится, да? Правильно стало? Наверное, правильно все-таки. Это в эту сторону, а это, например, в эту. Вот. То есть, если я все правильно сделал, например, давайте проверим, и брошу сюда вот песок. Видите, он в сундуке окажется. Ла-ла-ла-ла-лай. Ага. Это мы сделали. Теперь мы ставим сыпучий песок. Я вот. Подождите, 1, 2, 3, 4, 5. Нормально. Ну, вот высоту лучше поставить, например, или в 4, или в 3 блока. Да, у нас получится 2 блока, ну ладно. Ставим сыпучий песок. То есть, по замыслу, я думаю, уже понятно, да? То есть, выходит какой-то мутант, его здесь засасывает, как и меня. Здесь мы, например, ставим уже
перемычку, а можно даже сделать красивее. Вот таким вот образом поставить перемычку. А здесь вот так вот. Все. Ну, отсюда мы уже будем брать лут. Можно поставить просто лестницу, как вариант, кстати, хороший вариант. Да, поставить лестницу, спускаться и забирать лут. Уже прямо здесь. Опа, опа, опа. А здесь давайте мы сейчас все закроем. Опа, опа, Америка, Европа. Вот таким вот образом. Оп, опс, опс. Вот так вот. Нет, тогда здесь не будет некрасиво. Давайте мы тогда сделаем вот так. Ну, чтобы было по фэншую. Вы чуете, о чем я говорю. Самое главное, когда мы будем выходить из портала, чтобы мы сами не провалились сюда. Теперь давайте глянем, работает ли эта шляпа. Так. А, подождите, нет, здесь надо по-другому будет сделать. Да, я помню как. То есть надо будет сделать вот так. Видите, переграждает, да? Переграждает. Сейчас все исправим, извентиляюсь. Сундук не может открыться, потому что наверху стоит блок. Но мы можем сделать умнее. Мы можем взять лесенку, да? Вот, ступеньки взять, ступеньки и поставить их. По идее, должно сработать. Я знаю, это фишка, должно сработать. Так, спускаемся. По-моему, вот так мы должны. Да, видите, он открывается. Ла-ла-ла-ла-лай. Вот таким вот образом, да? Все, сейчас протестируем по фасту. Опс. Тестируем. То есть у нас в сундуке не было этой еды, правильно? Типа выходит какой-нибудь мутант такой, проваливается, его так засасывает полчаса, так. Засасывает, да? Да, засасывает. Плохо засасывает. Ну, может, потому что еда какая-то легкая. Она была очень потяжелее. Давай, братюня, давай, 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 давай. Это будет, конечно, не очень быстро, поэтому мы пока давайте включим, да? Сделаем все остальное. То есть закроем здесь. Нам нужно закрыть будет одну сторону. Заметьте, например, если будет здесь пустота, да, то они не будут выходить из портала. То есть он просто будет стоять здесь, вот, монстр, да? На одном месте. Поэтому давайте мы сейчас здесь закроем, блин. Ничего страшного, сломаем один блок. А там еда пришла? О! Мы можем прямо отсюда, смотрите, как удобно-то, а. То есть лестницу можно, в принципе, было не ставить. Просто отсюда чик, забрали лут. Все, вы видите, еда пришла, значит, эта шляпа работает. Теперь поджигаем. Ну что ж, нам нужно ждать. Ждать, я не знаю, когда он появится. Давайте, когда появится, я врублю запись и покажу вам весь процесс. Так. И, ну или можно было, например, здесь поставить дверь железно, чтобы можно было отсюда выходить. А здесь вообще закрыть блоком. А, давайте, когда кто-нибудь выйдет, я вам покажу пример. Так, пока мы ждем гостя, да, или гостей, мы сделаем полезное дело. Наконец-то построим свою библиотеку, чтобы у нас были лучшие зачарования. Я уже говорил, да, если мы просто поставим зачаровательный стол, стол зачарований, да, у нас будут такие простенькие зачарования, там, стоит по 7 опыта, да. Но если сделать библиотеку, то там будет стоить дороже гораздо, по 30 и так далее. То есть лучше заклинание будет. Но не все так просто, видите. Я сначала пробовал делать, у меня не получалось. Так, стоп, откуда он пришел? Стоп, не понял, подождите. Странно, ну ладно. Очень странно, откуда он пришел? Он не мог из портала прийти и выжить при этом. Давайте не будем это обращать внимание. Но что мы сейчас делаем? Я надеюсь, что библиотеку ему не сожжет, тварь. Так, ну давайте пока начнем строить. Все равно надо будет еще строить эти шкафы. Ну, суть ее в том, смотрите, сначала мы по центру ставим сам стол зачаровательный, да? И нам нужно прям идеально через один блок ставить шкафы. Шкафы, шкафы. Пойдемте тогда поспим быстренько. Странно, реально, откуда он вылез? Очень странно. Из портала вроде не выходил. Очень странно. Ладно. Так, что мы сейчас делаем? Мы сейчас строим шкафы. Давайте построим шкафы. Нам нужно будет дерево, много дерева. Вот еще одна книжка, нормально. Я думаю, этого хватит нам. Так, делаем таким образом. Как я помню, нужно делать вот так, правильно? Да.
И делаем на все книги. Вот 13. Они нам все равно будут потом не нужны. Но я нам все не сделаю сейчас. Жалко, да. 6, 7, 7. Так, получилось 7 штук. Надо буду сейчас сделать 6. Сейчас все сделаем просто идеально, Вася. Так, let's go. Давай, давай, братюнька, давай. То теперь нам точно хватит дерева. Таким образом делаем и вот таким, чтобы быстрее. Опа. И опа, Америка, Европа. Так. Хорошо. И вот, самое главное, ставим через один блок. До этого я ставил вплотную, и вообще никакой пользы от этого не было. Но может не хватить, да? Наверное, все-таки не хватит. Хотя посмотрим, что будет в итоге. Вот именно вот так. Это я сужу по Вики. Во! Ой. У меня было немного припадок. Потом этот первый этаж, он будет полностью застроен, но мы никак не можем собрать этот сраный кирпич адский. Ну вот, смотрите, да? Я бы еще сделал так, еще бы здесь поставил парочку, чтобы остался один блок для входа, и все. Теперь вы видите, да, что стали какие-то фигнюшки, да, видите, да, летает говно всякое. Это типа черпает знания из книг, вот видите, да, вон жижа летает. То есть потом теперь мы можем подойти и зачаровать оружие. Вот, 26 стоит, нехило, да? Демон. Это мы не будем зачаровывать, потом что-нибудь придумаем. Можно зачаровывать, например, инструменты на удачу. Офигенная вещь, то есть у вас будет больше выпадать лута при добыче руды. Тем более это офигенно, когда добываешь алмазную руду. Пока я вижу всякую парашу. Free Mental. Вот это что такое? Давайте попробуем просто так. Прям дорого стоит. Ну, это мы еще быстренько даже зачаруем. Вот она, тварь. Чмо. Тварь тупая, а? Откуда ж ты вылезла, мразь? Сейчас быстренько тогда зачаруем, например, меч. Я же не буду его вечно держать. Нужно зачаровывать его. Давайте мы сейчас все выкинем лишнее. И возьмем наш меч. Алмазный меч. То есть мы можем, в принципе, зачаровать его через книгу, но лучше сами зачаруем. Одним алмазным мечом больше, одним меньше. Пойдем сюда и смотрим. Free Elder Ignite. Нет. Анимал не то. Там можно добавить ему огонь. Я думаю, наверное, зачаровать самое дорогое, да? Для интереса. Ну, давайте. Stay Slay Disrupt. Не знаю, чем мы зачаровали, честно сказать. Ну, потом испробуем. Да эти алмазные мечи, их легко делать. Там нужно всего лишь два алмаза. Интересно, что это такое? Slay Disrupt. Странно. Ну, стоит дорого. Я думаю, это, наверное, прикольно. И что это за говно? Ну, это немного не тот монстр, да? Хотя, в принципе, замысел то же самое. Как можно сделать? Можно таким же методом сделать вокруг себя сыпучие пески вокруг своего дома, да? И все эти враги, видите, их будут засасывать, они будут умирать. И вам будут приносить лут на халяву. Профит. В любом случае, мы дождемся, когда придут остальные. То есть, давай. Ждем, 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 ждем. То есть мне нужен именно, чтобы монстра засало, но что-то он не хочет идти. Наверное, у него лута не было. Хотя это странно. И чё, где лут? Ладно, ждем, когда придет монстр. Так, ну вот, смотрите, вот засасывает этого мудака. Видите, он еще сопротивляется, сранец. Или что надо тебе от меня? О! Видите? Лут кладется.
Странно, я не могу понять, почему. Вот, например, у этого не кладется лут, а у того положился, да? Вот это вот странно. В чем вообще логика? Почему зомби не кладется, а у него кладется? Так, зомби у нас умирал здесь. Давайте попробуем. Но мы здесь уже пробовали. Кинем здесь и кинем здесь. Ну и вот здесь. Вот мы сейчас кинем в трех разных местах. Так, ну он что-то не хочет засасывать. Вот так вот кинем. Странно очень, почему так? Ну, в принципе, я даже придумал, как можно модернизировать, да? Сейчас подождем. Ну, смотрите, да, почему-то весь лут проходит. Этого монстра лут тоже прошел. Но не забывайте, что, опять же, я говорю, что я делал ловушку именно для этого монстра, да? То есть не для зомби. Для зомби там уже была бы другая. Но мне кажется, можно было сделать апгрейд, например, да как? Можно было делать не два яруса, да, вот эти вот сыпучие пески, а можно было под ними сделать лаву. Насколько я помню, через лаву тоже может предмет передаться в воронку. Такое тоже возможно, если не пофиксили. Но это я сейчас быстренько попробую, ради интереса, смотрите. Видите, минус в том, что он стреляет, но если нас здесь не будет, нам будет все равно. Давайте попробуем сделать апгрейд. Я пробую сделать через лаву. Может, она будет лучше работать? Так, ну что ж, пробуем. Пробуем сделать вместе с лавой. Ага. Вот так. А где сыпучий песок? А, да, все. Мне интересно следующее. Смогу ли я поставить сверху песок? А, нет, смотрите, не получается. Он засасывает, то подумал бы, а. Ха! Кто бы подумал, если поставить на лаву блок, он засасывает лаву. Странно. Ну ладно. В любом случае, у нас так тоже работает. То есть то, что я хотел, реализовано полностью. Видите, он заходит, его засасывает. Нас в это время здесь не должно быть. Все, он нас не трогает. Давайте посмотрим под конец и все. Это мой первый механизм, не судите строго. Все-таки надо мне еще изучать Майнкрафт. Это не делается за один день. Тварь тупая. Гори, мразь, гори. Все, сфидела тварь. Вот видите, пришли его итемы, адский нарост, нарост жопы его обосранной. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.